На арене цирка сегодня царит ее величество сказка. Как по волшебству, цирковые трюки превращаются в завораживающее ледовое шоу. Единственный российский цирк «Шапито на льду» «Гранд Сафари» с первых минут представления покоряет сердца зрителей. В цирковой программе не просто стоять, а виртуозно владеть коньками могут все – жонглеры, эквилибристы, воздушные гимнасты, ну и, конечно, клоун. В представлении задействованы редкие животные – страусы, лама, кенгуру, дикобразы, камерунские козы, африканские попугаи. Развлекают шимкенцев и всеми любимые королевские пудели и обезьяны. Зрители в восторге от акробатов, которые творят на арене что-то невообразимое. Мне очень понравился этот цирк, особенно мне понравилось, как артисты взлетали и крутились наверху. Мне понравилось, как смешно шутил клоун и как бросали шайбы. На ледовое шоу приехали всей семьей. Каждый номер российских гостей удивляет и поднимает настроение. Мне лично акробаты понравились, а дети не могли оторвать взгляд от экзотических попугаев. Всем советую прийти и посмотреть, не пожалеете. Зрителей, еще не успевших отойти от очарования выступления цирковых артистов, заставил смеяться до коликов главный клоун труппы. Он просто очаровал шимкенцев своей непосредственностью. Ну как можно такому отказать поиграть в хоккей? Наш цирк создался 5 лет назад. 4 года назад мы переделали его с обычного цирка, который был на ковре, мы переделали его и сделали цирк на льду. У нас не фигуристы работают, у нас работают профессиональные артисты цирка. Среди зрителей оказались и гости из Уральска. Аман Калимов приехал в южный город к друзьям. Узнав про ледовое шоу, 23-летний парень приобрел билет и поспешил на выступление артистов. Аман говорит, что даже не понял, как оказался на ледовой арене в роли веселого циркового персонажа. Очень впечатляюще. Российские циркачи очень поразили. Очень завораживающе. Все так сверкает, все так сияет, все так крутится. И очень много снега, очень много таланта, очень много красоты. Поэтому всем советую приходить сюда, посмотреть и увидеть это своими глазами. Оно стоит того. В Шимкенте цирк «Шапито на льду» «Гранд Сафари» пробудет до 2 октября. Билеты можно приобрести в кассах «Онтестук цирка».